19 апреля 2020 год, Харьков, Пасха, и под Харьковом что-то капитально горит. Затянуло все смрадом, западный ветер, вот Дружба народов, эта улица как раз на запад идет, на северо-запад. Вообще нету поселка Жиковского, даже признаков. Караул. То есть достаточно себе вполне ясный денек, даже солнце пробивается. А за этой гарью попросту не видать. То, что было видно и в сумеречную погоду, и в дождливую погоду. Ну нет поселка Жуковского. Сейчас посмотри. Да, и горит это явно не лес никакой, не трава. Горит какая-то пластиковая дребедень. Дикая вонища неприятная. Надо приторочить к этому видео то, что снималось в предыдущие разы, насколько тут. Ну тут это прямо сейчас на гору. Должна быть у нас перспектива. Вместо этого какое-то сплошное белесое месиво. Как будто нам мало было карантина. Вон ты посмотри. Билборды в масках. Сейчас уже маски даже не против коронавируса, а против этой гари стоит надевать. Даже скептикам. Да, приторочу сюда к этому видео, как это все должно выглядеть в незадымленном виде. 19 апреля 2020 год, Харьков, и время сейчас 15:19.